Этот день теперь надолго запомнится автолюбителям города. Сегодня произошло поистине знаменательное событие. Полисы ОСАГО теперь вновь можно приобрести в офисе Росгосстраха, что по улице Пушкина. Напомню, с 1 августа в городе единственный офис прекратил оформление полисов ОСАГО. Как говорилось ранее, приостановка оформления договоров была из-за больших убытков у страховых компаний. Автолюбители в последней надежде обращались в различные инстанции. Дошло до того, что водители своими усилиями создали журнал очередников. Вот начался список. Список сохранился, что с 1 августа было, как весь месяц не было у нас лицензии в городе. И на данный момент вот этот список от 1 августа, он у нас действует. Люди приходят, отмечаются, вот галочки ставятся. Вот на данный момент 357 человек. Сегодня в городе началась экспериментальная продажа полисов ОСАГО по системе единого агента. Программа предусматривает метод автоматической выборки страховой компании. Система выбрала страховую компанию «Ресогарантия». Такая схема распределяет убытки между несколькими страховыми компаниями, и работать становится легче. Для автолюбителей это прекрасная возможность передвигаться на своем транспорте по дорогам без волнения. И вот он, долгожданный первый счастливчик экспериментальной программы РСА «Единый агент». Ну что, ребята, я первый, я не виноват. Ну, расскажите свои ощущения. Ну, ощущения, конечно, положительные, что там говорит, это мучение. Ну, то, что я сегодня попал первый, я так получилось. Ну, теперь все в городе будут знать, что страховка есть, можно приходить, страховать. Журнал у нас, журнал находится там. Я сегодня вечером журнал передам следующий, кто возьмет желающий. То есть все, нам зеленый свет включили. Мы же не только за себя, мы и за весь город переживали, ходили. Все это везде, по всем инстанциям. То, что и в УФУ звонили, все это. То есть мы добились, или как сказать, все это получилось, как хотели. Так что приходите, ребята, страхуйтесь. Теперь страховщики ждут большого наплыва водителей как с Кумертау, так и со всех регионов республики. По словам работников Кумертауского офиса Росгосстрах, ожидается приезд из Оренбургской области. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».